Всем привет, меня зовут Элизио, это 22 серия летсплей по Майнкрафту. И сегодня мы продолжаем индустриализацию, и я здесь уже немножко приготовил все, что нам надо. Я сегодня хочу заняться сортировкой и хочу все вот это дело переместить отсюда, поскольку не это, а вот это еще много места занимает, поскольку здесь стоят приборы, которым нужно подключать, логистику здесь сделать. Поэтому я сегодня хочу все это переместить отсюда и скрафтить себе, вернее, обустроить под домом склад. Так, давайте я покажу, что у нас изменилось. Я добавил сюда часы информационными панелями. Здесь часы и, конечно же, я внизу очень много поработал. Смотрите, здесь у меня теперь очень много информационных панелей, которые показывают процесс работы. Вот. Как работают, есть ли проблемы и так далее. И вот как раз у меня здесь все это вписалось в мою декорацию. Получилось довольно-таки неплохо. Вот. Везде сделано все в одном стиле. Соответственно, внизу все осталось без изменений. Я здесь вроде ничего не делал. Ну, в целом, вот такие вот маленькие изменения у нас в виде этих панелей и декораций. Так, давайте я сейчас перемещусь в дом. И мы начнем крафтить сундуки. И обустраиваться. Давайте мы скрафтим для начала крафтинг терминал. Так, давайте я лучше сделаю так. Будет намного проще. Поскольку нам нужны именно из этого мода все. Так, так, давайте крафтинг терминал сделаем. Так. Чего тебе хватает? Крафтинг тейбл. Мне нужен монитор еще. Где там у нас монитор? Вот, крафтим монитор. А, мне нужен перекладчик, который перекладывает все рецепты. Так, давайте я его найду. Как же там назывался? Вот он. Значит, мне нужно две таких. И готово. Теперь нам нужны сундуки. Я уже внес автокрафт к нему. Давайте 20 штук я закажу. Сейчас уйдут, наверное, дофига железа. Я хотел записать чуть раньше, но у меня закончилось железо вчера, когда мы крафтили FSU, это все дело. Все это закончилось. Так, давайте я сейчас крафт чест. Давайте мы возьмем, что готово уже. А, 20 штук уже готово. Так, сюда. Я уже здесь все подготовил. Сюда мы подключаем терминалы, чтобы я видел, что здесь происходит. Сверху мы, снизу мы поставим этот компьютер. Здесь еще надо этот паттерн. Где тут? Мы здесь будем просто спускаться, здесь тоже делают эти рецептики. Давайте я тоже скрафчу его. Так, поставим куда-нибудь вниз сюда. Все, сюда что-нибудь потом поставим, это wireless. Давайте сейчас раз поставлю. Где там wireless было? Что там надо? Провод. Давай нам стак проводов. Так, флюксет. Так, кристалл нам, да? Давай сделаем.
10 штук закину, чтобы было. Так, и даст. Там он назывался Flux. Посмотрел я гайд на Tamcraft 4. Сломался мозг, как там все поменялось. Нужно найти время и сделать, потому что без них пчел сложно будет нормально разводить, чтобы они быстро умирали. Поэтому подождем это. Отложил я ненадолго. Может, через пару серий начнем это делать. Так, что у нас не хватает стекла? Со стеклом обычно беда. Давайте мы сходим. Закинем все это дело в печку. Так, вот это все он не стоит без дела. Может, потом поменять их на что-нибудь другое? Потому что я этим совсем не пользуюсь. Может, сюда сделаю из Forestry. Ну, хоть если пора пчелы будут, а здесь мы их будем перерабатывать. Так, стекло делать, пошлите. Докрафтим и установим сюда, чтобы не было здесь пустого места. Так. Извините. Так, давайте мы возьмем глаз на стекло. Все, устанавливаем сюда. Ну-ка. Все. Теперь у нас здесь тоже есть сеть. Потом мы установим сюда удлинитель. Сюда можем какой-нибудь чест потом поставить, какой-нибудь красивый. Там чуть потом сделаем. Надо потом, давайте мы сейчас уже тянем непонятно. Чего за непонятную вещь. Так. Посмотрим, сколько здесь еще места осталось. Потому что я здесь хочу еще несколько дискдрайвов поставить. У нас 3 штучки. На всякий случай, если у меня здесь вдруг места не хватит, давайте еще скрафтим. Тогда... А, у меня же там есть дискдрайвы, так что... Там, по-моему, 3 штуки. Давайте я один скрафчу чест. Как всегда, стрим у нас вечный персонаж голодный. Так, вот у нас здесь место осталось черное, все нифига не видно. У меня еще отсвечивает все. Сегодня солнечная погода. Так, теперь нам надо... Теперь надо стекло. Стекло. Давайте так, пока такое сделаем, потом из мода. Вот я не понимаю, почему вот здесь первое всегда черное получается. Не знаю, с чем это связано, конечно. Это плохо. Потому что постоянно вот это меня раздражает. Что за бред вообще? Здесь нормально. Чем это интересно связано? Вот видите? Ну ладно, пусть будет. Все это закрываем. Вот, видите, как вот эта фигня некрасиво смотрится очень. Ладно, давайте мы сейчас сходим. Принесем сюда диски. А, не знаете, что надо? Надо еще одну вещь скрафтить. А, так, где он там был? Такая шрифт, в котором рецепты можно, чтобы запоминала, чтобы я делал на диске сортировку. Так, давайте я просто прочитаю. Не то. Вот, по-моему. Так, крафт. Крафтим. Так, давай, блин, сколько он есть. Так, матрикс. Чё там? Правильно написал, 10 штук давай.
сюда поставим. Все, идем за дисками. Ой, это еще не все созрели. Так, вот тут, по-моему, энергия заканчивалась, да? Заряжаем. Сейчас посмотрим, хватит ли у нас места все это забрать. Да, хватит, я думаю. Угу, отлично. Так, это пока пусть стоит. В сети ничего нет. А почему? Ладно, сейчас разберемся, потому что все, по-моему, отключилось. Ах, блин, это плохо, потому что я сейчас ничего не поставлю. Давайте схожу и посмотрю, в чем проблема. Скорее всего, я кабель просто отрубил. С собой нет кабеля, да? Опять мы голодные. Я возьму яблок. Да, вот так мы обрубили, видите. Чего мы сейчас все взять? Вот этот возьмем. И сейчас подробно обратно. Обратно мы не можем подрубить. Ох, блин, ладно. Пока ставим так. Разберем сначала здесь. Но это на всякий случай на запас, если у меня будет чересчур всего много. Так, давайте мы для начала поставим просто диски несколько штук. Давай пока вот так, так и так. Теперь мы, нам, кстати, надо сейчас все, наверное, выгрузить. Вот мы сделаем так, сейчас все это выгрузим сюда. Потом постепенно будем разгружать их. Тут один мы берем. Ставим. Нет, не ставим. Кидаем сюда, чтобы она выгрузилась. Все. Ставим сюда. Так, формат. Давайте мы сюда сделаем слитки. И давайте мы возьмем слитки, которые у нас есть. И будем постепенно их дополнять. Так, давайте я все выгружу, потому что мне ничего не надо. Все руды по одному типу надо мне. Слушайте. А, ну понятно. Там разный урон у них. Все берем. Потом будем приходить и дополнять. Так, все, выгружаем это все сюда. Делаем формат. Все выгружаем. И теперь нам все эти штучки надо забрать на этот диск. Берем, кладем это сюда. Делаем, чтобы нам закачивало на диск. И ставим, по-моему, сюда, по-моему, кстати, или сюда. Сюда, по-моему.
Что я неправильно сделал, я не понял. Так что ли? А, ну вот заполняется. Раньше вот сюда надо было класть, она автоматически сюда как отсюда выгружала и передавала сюда. Ну, сейчас, похоже, немножко по-другому все работает. Давайте дождемся, пока все это заполнится. Так, давайте, мне нужен фрейм. Вешаем сюда. Понятно. Все находится внутри диска. Все. Теперь мы кладем это сюда. Берем одну штучку. Там сейчас у нас нет, да, и проверим сейчас, куда упадет. Вот, упало сюда. Все хорошо. Значит, мы ставим это сюда. Так, вот сюда мы идем и ставим сюда приоритет. Так, если будет выше, да, тогда мы сюда ставим приоритет. Ниже это будет 0. Если поставить ниже, чем все остальные, сюда будет приходить в конце. Значит, мы сюда тоже ставим 0. И сюда ставим 0, чтобы в первую очередь там заполнялись вот эти сундуки, а потом, если места не будет, они будут идти вот эти хранилища. Так, давайте мы посмотрим, как все успехи. Так, давайте мы это снимем сейчас на секунду. Мне для проверки надо. И посмотрим. Вот видите, я забыл вот это. И вот это добавить. Это хороший способ посмотреть, что у вас осталось в сети, и добавить. Так, кидаем сюда, чтобы остальные забрать. И забираем. Все, по идее, теперь у нас в сети нет ресурсов, да. Все закладываем. Берем стекло и закрываем. Видите, почему-то непонятно, что за бред такой. Хорошо, теперь следующим шагом будет у нас... А, знаете, что я хочу сделать? Я хочу этот диск пока держать в руках, чтобы я знал, что у меня есть в сети и что мне нужно сортировать. Давайте я сортирую сейчас все, что связано с натур. Так. Так. Все, что будет связано с природой. Блин, все скачет там. Как-то, по-моему, это можно отключить сейчас. Давайте я посмотрю. Так тоже не пойдет, да? Ну ладно, давайте пока так. Все, что связано с природой. Так, резину тоже можно. Мясо тоже можно, хотя мясо я отдельно сделаю. Куда-то тоже тогда. Так, вот это тоже можно. Саплинги отдельно сделаю, потому что они очень много места занимают. Хотя саплинги я, наверное, сделаю в Deep Storage, чтобы они там хранились, как у меня на том заводе. Так, краску можно. Картофелину. Так, уголь. Что-то я не знаю. Фигня какая-то. Все, что нам кажется, природу выгружаем. Теперь мы сюда ставим, нет, не тебя. Берем новый диск. Большой желательно, потому что это много места будет занимать. Стекло пока выбросим. Ставим тебя сюда. Так, подожди. Очищаем, ставим. Забираем стекло. И погружаем сюда все это дело. Все. Назовем все это мусором. Потому что это реальный мусор. Все это мы выгружаем обратно в сеть. Забираем и повторяем операцию. То есть ставим сюда. Подожди, нет.
Сначала мы этот диск полностью загружим. Потому что я не знаю, что там внутри находится, потому что я не смотрел, что там внутри было. Поэтому лучше сейчас все это выгрузить. И потом все туда забить. Давайте я на всякий случай проверю, не сбилось ли настройки. Все нормально. Ставим сюда и загружаемся. О, видите, 42 слота сразу. Памс. И загрузилось. Так, ставим пока тебя сюда, еще глянем, что у нас там есть. Чего мы могли бы сюда загрузить еще. Вот это тоже можно. Еду можно было сунуть. Тоже можно сюда. Вот. Очень много, видите, у меня вещей, это займет очень много времени. Поэтому сейчас мы не все это будем делать, потом я сам доделаю и покажу вам конечный результат. Давайте посмотрим, сколько у нас идет запись. 21 минута. Сейчас займемся чем-нибудь другим. Наверное. Так, ну вот еще. Сейчас этот дособираю. Издеваешься, блин, скачешь так постоянно. У меня мусора здесь. Ужас. О, сейчас хорошо все это. Бля... Все это мусор будет лежать уже в отдельной ячейке. Все, я не могу больше копаться там. Потому что все мельтешит. Опа, половил. Так. Ставим, чтобы все это загрузилось. Все это выгружаем. Давайте я посмотрю, сколько у нас железа. 200. Давайте я закажу инфо. 4 штуки, да? Да, давай 4 штуки я закажу. Все, я ставлю это сюда. Это не то. Я что-то не то выгрузил, что ли. Сюда давай обратно. Все мои ингредиенты. Куда я засунул? Что это такое вообще? Что-то я напутал. Это мы сейчас дождемся, все. Теперь мы это ставим, чтобы нам грузило, и это поставим сюда. Так, фрейм. Давайте пусть здесь лежит побольше. Возьмем сюда. Я не понял, почему здесь все подряд лежит. Что за бред? Давайте я проверю, лучше просто сниму и попробую вручную закинуть, попадет ли сюда это. Потому что каким он образом сюда попал, я не знаю. Нет, а нет, что-то попало, по-моему, или нет, сейчас еще раз проверим. Просто, может быть, в этом диске уже что-то было, я забыл его выгрузить. Давайте еще раз. Загрузить все это дело. А это вообще другой диск, что ли? А это я только что подобрал. Так, все это выгружаем, пишем сюда, и теперь еще раз я проверю все. А может быть, здесь стояла галочка,
Ладно. Буду пока. Вроде все. Вот теперь похоже на правду. Берем сюда и делаем, что здесь из мотора, что все находятся. Ну, вроде как-то так. Тогда мы возьмем тебя и выгрузим. Все, давайте мы глянем, как здесь успехи. Давайте мы обновим по новой. Потому что я когда снимал руду, скорее всего, он просто не смог. А, он ждет, пока компрессор сделает эту фигню. Ну давайте пока там все это делается, я еще что-нибудь сделаю. Что у нас еще есть? Можно, в принципе, для пчел сделать. Сейчас, по-моему, пчелы там, по-моему. Давайте я сейчас сниму еще один диск. А, здесь уже есть диск. Давайте мы возьмем свободный диск. Очистим. Ставим. Так, откроем по сейчас. Вот фьюзи поставить. Это что у нас? Давайте попробую сейчас вот так сделать. И, может быть, там просто что-то меняли, я точно не знаю, какая из них, блин. Пчелы. Потому что пчел будет дофига. Давайте мы поставим его сюда, пусть заполнится. Посмотрим, как она будет. Вот. Вот так. Что такое, блин? Грузи мне туда пчел, какашка, блядь. О, по-моему, только эту и кинул, блядь. Давайте я поковыряюсь на строках. Может так сделать. Здесь у них вообще нет. Давайте вот так попробуем. Во. Опа-на, по-моему, весь трэш что загрузило. С таким же айдишником. Да, это, конечно, прикольно. Ну-ка, давайте еще посмотрим, что нам загрузило. Засунем в сундук. О, понятно. Нет, такое нам не пойдет. Значит, мы сейчас это обратно сюда выгружаем. Надо будет потом почитать на форуме, что они там поменяли вот с этой. Так, давай мы все-таки вернем. Еще раз попробуем. Ой. Еще раз попробуем тебя заполнить. Шлак кидает всякие, блин. Что здесь внутри находится, вообще непонятно. Что здесь находится? Вот. Здесь находится какой-то мусор вообще. Не, значит, это не выход. Значит, мы здесь делаем так. И, может быть, вот так. Мы сначала выгрузим отсюда весь мусор, который нам накачало. Так. Вот, по-моему, нам это и надо было. 8 пчел, по-моему, туда закачал. Давайте проверим. Не то. Во. Вот, идеально. Что я сделал? Давай. А, я могу там глянуть. Поставил, чтобы
любой с такой ID-шник, то есть 3340 шел в этот сундук. Отлично. По-моему, я сейчас могу, знаете, даже вот так сделать. Так и вот так. О, идеально. Все. Не надо ничего программировать. Так, возвращаем сюда и вешаем ярлык, что это пчелы. Так, давайте еще, которого у меня побольше. Вот. Пусть будут вот эти пчелы. А, знаешь, чего еще надо принцессу добавить? Ну-ка, у меня есть. Принцесса у меня тоже есть. У них 39, да? 41, 39. Давайте мы возьмем. И тоже добавим сюда их. Теперь мы грушим сюда. Все закинутся сюда. По идее, это должно быть точно так же работать это все. Грузи. Что такое? Почему ты не хочешь? Я же все правильно сделал или нет? Давайте вручную попробуем положить. Нет, не идет. Так, давайте еще, по-моему, не нажал просто. Нажал на кнопочку формат. Вот. По-моему, вся проблема именно в этом была. Вот, закинулся 29 штук разных. Еще раз проверим. О, идеально. Все, это то, что надо. Значит, мы ставим это сюда. И вот, минимальная у нас уже комната с сортировкой готова. Я закрою, чтобы никто не мог, но не имел доступа сюда. И потом потихонечку мы будем это делать, ну, дополнять, что какие у нас идеи ресурсы будут лежать, там дерево, там еще пластины, руда и так далее. Вроде здесь мы закончили. Давайте посмотрим, как там у нас пики с МФСУ. Все еще делается. Непонятно, что они там вообще делают. Давайте мы кабель закажем. Уже есть. Просто так с собой возьму. И посмотрим, как там у нас пики. Я посмотрю, как здесь еще не все готово. Почему здесь делается? Ага, все, я понял. Так, вот диск у меня с собой здесь лежит. Давайте отнесу его. Все одно ждем пока. Освобожу. Сюда хочу деревяшки разные складывать. Деревяшку разные абсолютно, да, все одежники. Придется потом вручную все это вбивать. Так, давайте мы очистим и оставлю здесь диск и там маркировку что-то. Дерево. Все. Как-то так. Сюда я хочу поставить интерчест, чтобы на всякий случай сюда дерево я закачивал, потому что у меня ночью отключились эти приборы и триболер заглохло. А если бы стоял чест, он бы точно не заглох бы. Так что здесь надо будет еще будет подумать над логистикой. Давайте я схожу в ту часть комнаты. Посмотрим, как здесь успехи. Все нормально. Знаете, пока делается МФСУ, хочу подключить несколько приборов в подвале. Ну, то есть вот эти фермы подключить, чтобы они автоматически у меня ресурсы брали и забирались оттуда. Поскольку этот сундук, который здесь есть, я хочу его, чтобы он свободный был. Так, давайте я сейчас посмотрю. Нужен ты. Давай еще две штучки, давай. Ну давай 4, бог с ним. Так, сюда. И здесь мы откачиваем.
теперь да, я сейчас возьму грязь и фертилизер. Все. Так, проводим дальше. Так, какой-то лаг. Надеюсь, сервер не крашнулся. Нет, просто непонятно, лаг был. Хорошо, так, мы тебя здесь снимаем, друг. Ты нам больше не нужен. Ставим сюда ткачку. Сюда мы поставим грязь и фертилизер. Все, так мы здесь тоже все убираем. За пчелы умирают наверху, как слышите. Все. Так, сколько нам не хватило, еще двух штук не хватило. Так, давай где-то там можно маленькие, не обязательно большие. Как-то странно расположена вода. Ладно. Тогда мы сделаем вот отсюда. Такс. И по краю допустим. Хватил кабели. Шесть квантовые ботинки, но это штаны, что я могу перемещаться хорошо, быстренько, экономит время. Ну, вроде все сделали, все нормально. Так, вот это я говорил, что вот эти печки меня заглохли. Поскольку сюда уголь это не уголь, а да, уголь вот с этого сундука не поступал. Ведь он там почему-то полупустой сейчас находится. Я не знаю почему. Давайте сейчас схожу и посмотрю, почему ты стоишь полупустой, друг. Наверное, потому что я их отключил от склада. Ну там какой-то провод перерубали, чтобы у нас машина работала. Давайте сходим глянем, какой провод я перерубил. Да, почему и сундук был пустой. Ладно, заменим этот на большой, чтобы я был спокойно, что здесь поступает постоянно стаками. Все, это мы выгружаем. И следующим шагом будет разгрузить вот это. Все-таки я вот сейчас помещу их туда. Просто для декорации. Пусть стоят там. Потом я что-нибудь еще придумаю. Что-нибудь путное. Так, давайте спустимся вниз. Сюда поставим, потому что здесь свободное место есть. Как это называется? Energy Cells. Ой. Оу. Я отрубил кабель опять. Черт. Давайте
с вами доделаем. Весь что-то я, блин, что-то перерубаю, там что половина ничего не работает. Видите, вот почему я не люблю, когда ресурсов мало, проводку делать. Поскольку постоянно что-нибудь перерубаешь, и у тебя ничего не работает. Вот, скорее всего, тут проблема. Опять мы тебя перерубаем, извини. Так тоже нет, да? Что-нибудь еще надо. Так. Подключим так. Потом все равно всю проводку весь менять, потому что такие вот зигзаги меня вообще не устраивают. Так, провод мы оставим у себя. Давайте скрафтим еще пару Energy Cell. Одну. И поставим там. Пусть стоят там. Пока посмотрим. 400 тысяч, нормально все. Секундочку. Блин, уже 40 минут запись идет. Ужас. Все. Потом, может, с этой стороны тоже такие поставим, и вообще четко будет. Я бы даже сейчас поставил, но сейчас уже у нас времени нет, мы уже очень много записываем. Поэтому я здесь заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели, с вами был Элизиум. Всем пока.